Живелю. Саша. Саша, Живель, привет. Передаю привет. Вообще не вижу вот этого прикола. Передай привет. Привет. Блин, я этих витаминок уже много съела сегодня. А их нельзя, наверное, пить. Количестве. Знаете, эти желтенькие витаминки всегда. В детском саду еще давали такие. Ну, кому давали, кому нет, мне давали. Короче, я их, наверное, это... Сегодня уже переела. Ну, так я говорю, я сегодня уже их нажилась, короче, как это... Мне уже нельзя их есть. Так лучше, кстати. О, да, так лучше. Поворачиваемся. Оп. Блин, только волосы, что мокрые, не очень хорошо. Ну, уже ладно. Как-нибудь. О, да, так лучше. Хай. Ну что со мной сегодня не так-то? Я уже не могу. О, да. Нет, они жестко мокрые, особенно сзади. Вот, если так. Ну, они такие, типа. Кринж. Ладно. Буду так. Хочу еще витаминку, у меня ломка. Окей. Съешь витаминку? Thank you. Витаминка. Последняя. Ногу сломала. Нужно идти на ногти уже. Как ваши дела? Цветынка мешает мне говорить. Как этот. Лайкайте эфир. Лол. Лол. Не, у меня ночь была не очень. Не с собой, потому что... Грустно. Кто чем занимается? Кто на работе? Кто учится? Понятненько. Я уже видела, что ты писал. Слушаю уроки, ты же это типа для всех. На всех распространяется. Я дома сижу. Понятно. Яна, ты работаешь или нет? Я просто видела, что ты как будто работала. Еще одну витаминку. Блин, не, витаминку больше нельзя. Если я съем еще одну витаминку, у меня все лицо высыпет. Наверное. Я не знаю, какие у них побочки. Нет, только ногти делала, наработалась. А где ты работала? Ногти вообще-то тоже хорошо. Всем приветики. Как ваши дела? Всем приветик. Всем привет. Закрепляем нашу цель. А я вот, то, я хочу какие-нибудь тоже пройти, на самом деле, курсы и что-нибудь делать. Ну, Джесси, что ты делаешь? Джесси, а что это? Она вот что-то достала в грузинской лесе. Офига меньше месяца. А, не, я тоже, короче, работала уже летом официант. Но я вообще просто нормально работала там. Ну, в плане, я нормально зарабатывала там. Кошка ест. Ну, пиздец. Иди. Матвей, а ты кем работаешь? Привет. Дома сижу, ну вот и все. Понятно?
мужиками, лесбиями. Жаль, очень, очень жаль, да. Нет, I live in Дзержинск. Да, сейчас бы, конечно, поработать, наверное, немножко. Нет, ладно, я хочу уже, надо записаться в тренажерку. Я просто думаю, записаться сейчас, но потом... Ну, блин, просто там эта сессия дурацкая, чтобы я ничего не пропускала. Или после сессии. Но я думаю, сейчас надо уже идти. Да. Блин, я не понимаю. А, спасибо. Маша закончила эфир, видимо. Либо сейчас начнет. Что еще расскажете интересно вам? Сейчас зарядку поставлю. Ой, Дарьяна, привет. Я эту Машу знаю. Какую Машу? Спасибочки. Ладно, я просто буду вести эфиры по 10 часов в день. Сорвать на деньги, с которых у тебя был бат. Ну, круто. Машка теперь с нами. Не, видимо, не это. А что сегодня делать будешь? Ничего. Дома сидеть. Привет. Блин, надо вот... А, нужен контент. Нужен контент на эфир. А, кринж истории. Ты откуда? С Минской области, Дзержинском. Буду рассказывать кринж истории. А ты что сегодня делаешь, Матвей? Идете сегодня пить, потому что сегодня пятница. Сегодня пятница же, да? Да. Не, мне не нужен ваш телеграм. Дома сижу. Да, конечно, езжайте. У меня вон елочка уже стоит. У всех стоит елка. Дома. Да. У меня да. $100. Вау. Сюда кидай. Полина Апранич, что ты делаешь? Нет, я вообще ничего не украшала.